Кругосветное путешествие французского мореплавателя подошло к финишной черте в порту Брест на западе полуострова Бретань. Тома Кавиль обогнул земной шар в одиночку под парусом за 49 дней, 3 часа, 7 минут и 38 секунд. Тем самым он побил предыдущее достижение более чем на 8 дней и установил новый мировой рекорд. Это сильная, глубокая радость. Это было уже пятое путешествие Кавиля в попытке установить рекорд. В последнюю кругосветку он отправился на 31-метровом парусном тримаране. Мореплавателю удалось добиться средней скорости в 45 км в час. В управлении многокорпусными судами, в отличие от монокорпусных, сложность в том, что если что-то упустишь, то погибнешь. Это как альпинизм или восхождение без страховки. Если не будет сцепления с поверхностью, то упадешь. Поэтому ощущаешь напряжение, с которым трудно справиться. Предыдущий рекорд был установлен 8 лет назад другим французом Франсисом Жуайоном. Он совершил кругосветное путешествие под парусом за 57 дней и 13 часов.